Тетяна Худякова, Таня Адамс. Народилася 19 вересня у Дніпрі в родині інженерів-хіміків. Після закінчення вишу родина переїхала в Маріуполь на батьківщину мами. Дитинство вважає прекрасним. Море, бійки, дружба. В класі мала прізвисько Мєлкая, пізніше Адамс. Не терпить хамства, фамільярності, складно сходиться з новими людьми, але вміє дружити. Закінчила Донецький університет імені Василя Стуса, за фахом фізіолог. У Донецьку була активною зоозахисницею. З початком війни на Донбасі змушена була переїхати до Дніпра, згодом до Києва. Блогер у профілі на Фейсбук чесно попереджає – атеїст, порохобот, пролетаріат. Поради приймаю тільки в грошовому еквіваленті. Сподівань не виправдовую. Має 15 тисяч підписників. Пише, що думає, а думає про долю України. Чоловік Валерій Гетьман, доброволець АТО, донька – студентка. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні в мене гостя, значить, пані Тетяна Худякова або Таня Адамс. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Пані Тетяна, звучить? Удивительно звучит. Удивительно красиво или непривычно? Непривычно. Никогда не называют? В нашем регионе, в Киеве очень крайне редко. В нашем регионе никогда. На Западной, да, называли. Угу. Ну, сегодня... Пани, я даже сначала думала, это мне, да, это я тут. Немножечко, полчасика побудете пани Тани. Тетяна Худякова, Тетяна Адамс. Это одно и то же? Ну да, это никнейм. Угу. Творческий псевдоним. Это такое домашнее или оно уже вышло далеко за пределы квартиры? Это так нас называли наши друзья, и в итоге я там воспользовалась этим в качестве своего никнейма официального, фейсбучного. Ну и когда я жила в Донецке, я была в зоозащите, у меня этот никнейм был на нашем форуме, когда мы занимались животными. Ну и так повелось, в общем, уже да, уже меня... Если кто знает, то знают, как Таню Адамс. Угу. То есть это те самые Адамсы, классические? Классические, да. Страшненькие? Милые. Милые, но симпатичные. Вы родились в Днепре, как оказалось. Я удивлена, я не знала. У меня родители закончили Днепропетровский химико-технологический, поженились, родили меня здесь. А родители отсюда родом? Нет, мама мариупольская, папа полтавский. Они тут просто... Приехали учиться на инженеров-химиков. Угу, понаехавшие студенты. Понаехавшие студенты. Но поуехавшие. Поуехали в Мариуполь. К маме на родину. Да. И я там жила вплоть до поступления в университет. Родители химики оба, да? Да. Нахимичили Таню? Ну, папа на КХЗ работал всю жизнь, на коксохимзаводе. Мама в теплосети химиком работала. Ну, все традиционная советская семья. Два инженера на производстве. Mm-hmm. Все как положено. Стандартная интеллигенция. Ну, такая пролетарская интеллигенция немножечко. Мариупольское детство. Какое оно? Самое яркое впечатление какое-то есть? Ой, это не сплошные яркие впечатления. Отличное детство было. Я всегда... Я не меняла ни школы, ни квартиры. Я все время росла в одной среде. А так у детей получается меньше стрессов. Мне было хорошо, у меня отличное было детство. Хотя люди иногда со стороны смотрят и говорят, что мы все были сумасшедшие. Мы прыгали через котлованы с арматурой, взрывали там все, что могли взрывать, лазили по крышам. Но обычное традиционное детство в отсутствии интернета. Дети, мы развлекались как могли. Все хорошо, все отлично. Отличная школа была. Ну как отличная? Школа была ужасная. Но друзья у меня были хорошие. Mm-hmm. И в этой нашей ужасной школе были учителя, которые, ну, реально очень крутые люди. Их там было по пальцам пересчитать, но очень крутые. Физик наш этот просто был зон Владимир Александрович. Он до сих пор там преподает. Шикарный учитель вообще. Перфекто. Mm-hmm. Так, хорошее детство, обычное. Море, драки, дружба. Все традиционно. Море? Ну, море было, конечно, много? Ну, Приморский город, одно сплошное море. Не, ну говорят, что люди, которые живут в морских городах, к морю ходят реже, чем приезжие. Врут подлецы. Врут? Врут подлецы. Неправда. Отлично. Мы просто не ходили на море в черте города. Мы все время куда-нибудь... Ну, хотя детворой мы и в черте города купались, на яхте плавали. А так вообще мы просто все выезжали чуть-чуть за город. Там Змеиная Балка, Белосарайка. Чуть-чуть отъезжали и уже купались. Угу.
адамсовский характер, он уже, как вам сейчас кажется, он уже был тогда, в том детстве мариупольском, да? Да? Что его сформировало? Вы сказали, что в классе вас назвали мелкая, да? Да, я была самая маленькая, мне надо было как-то сопротивляться попыткой меня загнать под плинтус, поэтому выработался какой-то... Да я даже не знаю, какой характер. Ну, нормальный характер. Если меня не доставать, я пучок одуванчиков. Если меня достать, то все пропало. Угу. Достать меня несложно, к сожалению. Чем вас нужно достать вот на поверхности? Хамством, откровенным хамством. Я дико бешусь, когда люди делают выводы, не будучи знакомым. Я не понимаю фамильярности. Фамильярности, знаете, я, в общем-то, как не могу, наверное, сформулировать, или могу. У меня очень четко свой-чужой. Вот своим можно почти все, чужим почти ничего нельзя. Поэтому, когда чужой пытается так вот сходу с лету играть роль своего, меня это очень сильно бесит. Свой-чужой, это на каком-то интуитивном уровне или есть четкие какие-то вот определенные черты, в которые человек... Это так сложилось, друзья, вот, которые устоявшиеся, многолетние выдержки. Ну вот, знаете, я очень трудно схожусь с новыми людьми, я настороженно к ним отношусь. Почему, я не знаю, у меня не было сложностей, меня никто ногами не бил в детстве. Но так получилось, что я больше люблю свой круг, четкие. Ну, это прекрасно и нормально, это же такой инстинкт самосохранения срабатывает. Нет, но есть общительные люди, коммуникабельные, которые там находят себе легко компании. Нет, у меня все немножко по-другому, я так обережно сижу под корягой и на всех так смотрю оттуда. Вы мизантроп? Нет, я наоборот очень люблю людей, я их просто обожаю, пока они меня не трогают. Таня Адамс приехала в Днепр как блогер, как участница фестиваля блогеров «Днепровский пост». Я же блогер, да. В Фейсбуке написано «Парохобот», «Атеист», «Пролетариат», «Принимаю советы». Только в денежном эквиваленте. И как там дальше, ничего не обещаю, да? Или надежд не оправдываю. Надежд не оправдываю. То есть это... Сразу на щите написано, ничего хорошего от меня не ждите. Почему? Да? А что плохого в том, что я написала? Надежд не оправдываю, это, понимаете, как правило, человек приходит тебя читать, и вот как раз фамильярность. Он считает, что я ему должна. Я должна писать так, как он меня видит. Потом я пишу как-то не так, и начинается... Или как ему рассказали. Да, и начинается вот это, а ты ж пишешь с матюками. А ты что? А я вот думала, а вы? Вот я в том аспекте, что я не обязана оправдывать твои от меня ожидания. Почитай, посмотри, нравится, оставайся, не нравится, вон там выход. Я не должна писать так, как ты хочешь, чтобы я писала. Звала. Я тебя вообще не знаю, кто ты вообще. Вот, надежды не оправдываю, только в этом. Не надо на меня надеяться, вы меня не знаете. Вот вы пришли ко мне на страницу, читайте, что есть. Надеяться на и всовывать в меня свои какие-то черты и видения не надо. Это безнадежно, бесполезно и на правду не похоже. Но атеизм, ну да, ну атеист, а что делать? Так бывает. Пролетариат то же самое. Я всю жизнь работала руками, ногами, головой работала редко. Поэтому вот, опять же, пролетариат это не оскорбительное слово вообще. Это слово, которая буквально означает человек, не имеющий своих средств производства, не владеющий средствами производства. Наемный работник, любой наемный работник – это пролетариат. Тоже я не понимаю, в чем обидно. Ну, все честно, по крайней мере. Все честно. Да. Советы не принимаю, потому что я советы принимаю. Если я спросила совет, дайте мне его, пожалуйста, я буду благодарна. Я могу спросить совета у врача по медицине, там, у политика о политике, но когда я тебя не знаю, кто ты, зачем мне твои советы, я не знаю, насколько ты компетентен давать мне советы, в чем ты лучше меня, чтобы я прислушалась к твоему совету. Просто я сталкивалась, опять же, очень часто в том же Фейсбуке, что вот придет какой-то человек, которого первый раз вообще эту картинку вижу, и начинает мне писать, а вот если бы вы делали вот так и так, это было бы лучше для того и для того. И опять же, я сразу пытаюсь отгородиться от вот, ну это бесполезно. Писать можно все, что угодно, но люди все равно будут приходить и давать советы,
обильно, активно. Люди любят давать советы. Вы согласны с тем, что многие говорят, что это вот наше славянское, так называемое, ментальное, что нигде в мире, там, в Америке, я не знаю, люди не лезут вот советами, пока их не попросят. Это как бы вот воспитанная такая вот черта. А у нас почему-то можно. Я не знаю, я была за границей, я не общалась с иностранцами плотно, поэтому я не могу сказать, как там у них. А у нас это, наверное, просто какая-то невоспитанность. Ну, вы понимаете, ну, это на самом деле наглость. Вот я прихожу к какому-то человеку, говорю, а вот на тебе мой совет. Почему он должен его принять? Он меня не знает, у меня нет никаких компетенций его давать. Я даже когда вот по кошкам мы лечили котов, пристраивали, у меня там действительно очень большой опыт. Я знаю, как это работает. Человек приходит у меня, спрашивает совет, и то я боюсь его дать, потому что я не видела животное, я не знаю анамнеза. Я каждый раз боюсь дать неправильный совет. Я всегда говорю, обратитесь сначала к ветеринару. Если у вас уже там будут проблемы, будем тогда лечить как-то по-другому. Ну вот так вот сходу с лету, как корона во лбу, я все знаю, а давайте я вот тут всем советы раздам. Это якась дичь, это невоспитанность, реально. Причем это не та невоспитанность, когда я не знаю, там, как приборами столовыми пользоваться. Этому можно научить. А это какая-то невоспитанность спинномозговая. Это тут в человеке это есть, и потом его, ну, я не знаю, только морду ему бить, может быть, чтобы он уже на уровне рефлексов научился вести себя так, как будто бы ему никто ничего не должен, и принимать его советы тоже, в общем-то. Мариуполь. Мы прошли, детство прошли, потом был Донецк, вы там учились, правильно? Да, я там училась, я там вышла замуж, я там осталась вот с дончанином со своим. И что было в Донецке? Ой, я хотела в Донецк со страшной силой. Мне очень, хотя сначала, когда я туда переехала первый раз, мне показалось, что это тот же Мариуполь, только и моря нет. Ну так вот, по людям, по строениям, по архитектуре, тот же Мариуполь, только без моря. Ну, потом студенчество, вы же понимаете, это всегда хорошо, это всегда отлично, это очень резко изменившийся круг общения, потому что в школе это люди, которые просто живут рядом, а в университете это уже люди, которые пришли целенаправленно на эту специальность, которых отобрали, которые учились для того, чтобы поступить. Ну, то есть, да, это уже не такой рандомный подбор. Да, это уже вот плюс-минус похожие на тебя люди. Это уже совсем другое общение, это уже интереснее. Ты уже не в контрах со всеми или периодически с кем-то, а ты вот в среде, ну, друзей тоже я не могу сказать. Ну, приятелей, хороших людей. Подобных себе. Подобных себе, да. А где вы учились? Донецкий национальный университет, биофак. Вы биолог? Да. И поэтому вот котики дальше или нет? Или котики? Ну, это котики у меня история. Всю жизнь были. Я просто люблю животных, я люблю помогать животным. Я не могу не помогать. Если я там вижу жука на дороге, я его возьму и отнесу в траву. Понимаете? И дочка у меня такая же. Ну, как-то так получилось. А дома есть животные? Да, и даже есть сейчас, когда мы тыняемся по съемным квартирам, у нас есть огромный рыжий кот, кстати, из Днепра, к нам приехал с нами. А в Донецке у нас, по-моему, жило все, что могло жить. Начиная от летучих мышей, заканчивая грачами, все было. Свинки, морские, крысы. Это было волонтерство еще параллельно? Ну, конечно. Какая-то зоозащита, да? Да, волонтерство. Или это работа? Нет, это чистое волонтерство, какая там работа, кто же за это будет деньги? Вы же не ветеринар, нет? Нет, я не ветеринар. У меня была возможность этих... Люди обычно живут в квартирах, я жила в частном доме. И у меня был еще старый дом на этой же территории, кухня старая. Мы там устроили передержку для котов. То есть мы брали кота с улицы, мы его лечили, стерилизовали. И в это время он жил у меня, я за ним ухаживала, я его лечила. А потом мы этого кота пристраивали уже стерильным, здоровым, чистым, в семью, в хорошие руки. Угу. Чистое волонтерство, никаких доходов, одни расходы. Ну, сейчас в Киеве, насколько я понимаю, вы не можете себе позволить этим заниматься, да? Ну, конечно, не могу. Скучаете? Я же не могу в чужую квартиру зоопарк привезти. Ну, квартира, скучаю, да, но конечно. Есть там всякие организации. Скучаете вот за таким делом? Да, я вообще очень скучаю за своим домом, потому что, как оказалось, ребенок, выросший в девятиэтажке, он любит земляные работы. Там что-то посадить, что-то вскопать, вырастить помидор. Очень мне этого не хватает, потому что я вот сколько мы? 20 лет почти прожили в Донецке.
ты выходишь, сорвал петрушку, покрошил салатик, и все хорошо. А потом в Киеве должен пойти и купить эту петрушку. Мне сначала в голове это не укладывалось, покупать то, что растет, вот просто ее выпалываешь, чтобы она не везде росла. Очень понимаю. Это жах вообще, помидоры диполиэтиленовые, несъедобные какие-то. Нюхаешь его, он пахнет чем угодно, кроме помидора. Ну, короче, печально, конечно. Донецк закончился четко с началом войны или позже? Ну, четко с началом, ну как с началом. Я уехала из Донецка в середине октября 2014 года. То есть вот с начала нашей этой всей свистопляски я прожила под оккупацией полгода. А потом он закончился, да. У меня шансов туда вернуться нет, у меня муж атошник. Он там наверняка по всем расстрельным спискам проходит, ну а я как однофамилец, наверное, тоже где-то рядом. В общем, я не готова рисковать. Выезжали спонтанно или готовились? Как вообще это? У меня же куча котов была, как я могла выехать спонтанно? Всех котов вывезли? Не вывезла никого. Я нашла человека, который поселился у меня дома. Ну, моя знакомая, тоже наша защитница. Она поселилась у меня дома, живет там по сей день и приняла на себя всех, мой дом и моих котов. И вот... Общаетесь с ней? Редко, но общаемся. Раньше было чаще, а сейчас каждый звонок – это стресс, и я пытаюсь избегать. А было ощущение, что вот тогда, в 2014-2015, что это ненадолго, и я вернусь? Конечно, мы же даже осенних вещей, ну, зимних, вернее, вещей мы не брали. Я думала, что это месяц-два сейчас. Вот. Это было изначально, понимаете, у меня ребенок закончил 9 класс, как раз летом 2014-го. И мы, вот, когда у нас уже бегали чеченцы, когда у нас уже взрывался ДАБ, мы пошли и поступили в Донецкий, в лицей при Донецком национальном университете. Мы были уверены, что вот сейчас вот немножечко, из сентября ребенок пойдет учиться в лицее. У нас и мыслей не было других. И когда мы уезжали, мы тоже думали, что ну вот сейчас, ну вот чуточку, ну вот, а потом год, а потом два, а потом и уже вообще непонятно. То есть сейчас уже такого нет ощущения, что... Нет, сейчас такое ощущение, что это все совсем. Если раньше у меня были надежды, что вот все закончится, то теперь даже если все закончится, я уже не вполне понимаю, как туда вернутся люди, которые уже 5 лет жили там в Киеве, в Днепре, где угодно. У них уже там, они уже ассимилировались в этих городах, у них уже там жилье, работа, все, что хочешь. Им теперь опять срываться, возвращаться туда никто не вернется. Я не знаю, в общем. Сейчас у меня уже ощущение, что Донецк совсем все. Часто у нас говорят донецкие, днепровские, да, но если с днепровским мне там более-менее еще понятно, раньше, когда там на вся политическая элита, большая часть политической элиты была родом отсюда, было понятно, да, когда ты там где-нибудь там на выезде спрашивают, откуда я из Днепропетровска, говорят, ой, ну не пугайте уж так сразу, да, вот, потому что там есть образ какого-то там, нас, донецких, это не пугало. Бандитизма, там еще что-то, да, вот донецкие это тоже отдельный термин такой, да, вот донецкие. Что такое донецкие? Не знаю, мне нравятся донецкие. Я вкладываю, я понимаю, что вкладывают другие люди. В это слово, которое, этот вот стереотипы. Я вкладываю в это немножко, я люблю Донбасс, я люблю донецких. Ну, конечно, да, там каждого третьего мне очень сильно хочется убить, но тем не менее, если человек вменяемый, адекватный, и он со мной в одной струе, и он еще к тому же мой земляк, то это вообще просто это роднюня. Потому что при всем при том мы... Ну, я покаталась по Украине, я видела людей из центра, из юга, из запада. Вы узнаете донецких? Да. То есть даже не спрашивая, да? Мы не опаздываем. Мы не опаздываем на встречу, понимаете? Мы, если пообещали быть, мы будем. Если мы пообещали сделать, мы сделаем. Вот у меня такие стереотипы о донецких. Uh-huh, uh-huh. Может быть, мы резкие, может быть, мы грубые. Да, наверняка резкие, грубые. Мы не умеем быть толерантными часто, мы не выдержаны, потому что я вот с западенками общалась, я просто поражалась, насколько они вот такие вот, они им хамят в лицо, наши же понаехавшие, вот, а они вот выслушивают. Обтекают. Не текают, они вот пытаются уговорить. Я сразу хочу так за шею подержать, потому что я понимаю, что ты пришел, ты просишь,
о помощи, а потом ты хамишь человеку, которого ты просишь о помощи. У меня сразу рефлекс дать в морду. А западенки нет, они понимают, что мы вот бедненькие, что мы беженцы, что нас надо понять, что у нас там кукушенька не на месте. И они терпеливо вот объяснять пытаются, а я стою, у меня глаза кровью наливаются от этого всего. То есть западенки немножко другие, они спокойнее, они выдержаннее, они такие вот... Ну, может, пластичнее. Пластичнее, да. А мы нет, мы же прямые как забор и резкие как... Газировка, пускай будет. Когда вы стали блогером, вы ощутили? Ой, ощутили? Ну какой я блогер? Не, ну есть там ну, словарное определение, я ощутила, да, там, конечно. Сколько-то тысяч подписчиков и там регулярное слово. Я ощутила, когда меня читало там, образно говоря, 40 человек моих друзей, а потом меня стало читать 400 человек, а потом 4000. Да, я причем. Это же все началось с донецких зарисовок моих как раз. Я писала лето и осень в Донецке 14-го. И вот после этого, и в основном началось это все с наших. Они нашли живейшие, ну, то есть у них это все всплыло, их воспоминания. Я на самом деле писала просто, чтобы самой запомнить. Потому что время идет. То есть такие дневники, да? Да, типа дневников, коротко, без особой там лирики. А очень много людей потом пришло в комментарии и мне накидали такое количество историй своих, каждый своих, что там уже можно книгу издавать хотя бы вот по мотивам рассказов очевидцев. И каждый приходил и говорил, да, вот у меня было там похожее, да, вот у меня было вот так, и рассказывал, и это нашло вот... Но оно болит, потому что прошло 5 лет, оно все равно болит. Это такая психотерапия в каком-то роде? Для меня? Ну, наверное, я не знаю, я не занимаюсь самоанализом, мне это было надо, я это сделала, все. А людям, да, одна девочка мне вообще, она мне очень много всего написала, я говорю, а почему ты не напишешь это на своей странице? А я не могу, вот у нее стоит какой-то пунктик, я не могу, я даже говорить об этом не могу, я плачу. Вот. А для них, наверное, это психотерапия, ну, потому может что быть, да. Они находят что-то общее, и вот вы можете так сказать, она это слышит, и она понимает, что она согласна. То есть есть еще кто-то в этом мире, да? Да. Кто думает так же, она не одна. Вот. И они там попередружились друг с другом. Мы же вообще склонны кучковаться. Донецкие к донецким и так далее. Диаспора. Диаспора, да. Все скучковались, там более-менее сдружились. Ну вот... Случился Таня блогер называется. А так, это просто надо было мне. Я даже не предполагала, что это кто-то прочитает и кому-то это тоже. Нет, я знала, что это у многих болит, но ну, мысли стать блогером у меня не было. Я бы в блогеры пошел, пусть меня научат. Ну, я думаю, это от вас не зависит никак совершенно. Ну, да. То есть как только людям это нужно, люди начинают хотеть еще, просить еще. Есть дни, когда вот не пишется вообще? Или одни сплошные дни, когда вообще ничего не пишется. И приходится выдавливать или просто не пишете? Нет, просто не пишу. Это же не работа. Мне же за это не платят, я не обязана это делать. Насчет не платят. Если погуглить, там забить ваше имя, выползет куча чернухи, да? Да? Да. А я не пробовала. Птенцы Шрайкового гнезда, там пороховоды. А, нет, Шрайк, да, вот Шрайк как раз он платит, он же умничка. У него все авторы, топ-авторы на его странице. Там идет какая-то шрекламка. Многие уверены, что вы тоже в этом списке. В топ-авторах у него? Так, я и есть там в топ-авторах. А, то есть Шрайк платит, все, договорились. Шрайк платит, смотрите, как он платит. Он платит любому. Там пиши о Зеленском, пиши о порохе, пиши там о котиках, пиши о ком хочешь. Если тебя читают, ну и просмотры наматываются, то за счет рекламы он просто пересчитывает, вот сколько просмотрела и лайкнула твой текст, и вот реклама, которая выпрыгнула. И он там какую-то конвертацию проводит и платит там 500 гривен, 700 гривен, ну такое, понимаете. Любому автору, вот если ты молодец, вот ты говоришь, там, чернуха, иди, пиши, тебя будут смотреть, тебе тоже заплатят 500 гривен там, в месяц. Будешь ты умничка и молодец. В чем все проблема? Все просто на самом все деле. Все просто. Да, умеешь писать, пиши, не умеешь, читай. Шрайк же говорит прямым текстом, у меня есть реклама на сайте, я делюсь с авторами своими вот доходами с этой рекламы. Все. То есть это не то, что мисс Шрайк, Таня, сегодня надо написать вот это. И все такие, да, мой капитан, и побежали писать. Нет, абсолютно. Там все топ-авторы, у которых просмотры, которые в топе, которые
ну как это сказать, не, которые пишут. Пора работа. Это серьезно или это самоирония? Ну, нас так называют, а почему нет? Знаете, мне от наименования ничего не меняется. Если кошечку называют собачкой, она не загавкает. Они считают нас парохоботами, ну окей, буду парохоботами, мне не жалко. Я от этого ни лучше, ни хуже не стану, я какая есть. Я поддерживала Порошенко целеустремленно, специально, бесплатно. Хотите верьте, хотите нет. Я считаю, что этот человек, это при всех его, конечно, сложностях, но это реально был на то время, на 2014 год, это был для страны подарок. Подарок судьбы. Потому что если бы не он, если бы не та команда, которую он привел за собой, я не знаю, что бы сейчас осталось от страны. Вот реально. Потому что я помню, как Валера ушел на войну в 2014 году. У них они воевали в тапочках китайских. И сейчас, посмотрите, на что похожа наша армия. Это только за это можно сказать: дядя Петя, ты молодец. Ты вот из... Не сам, конечно, это пытанным, а все кричат, это сделали волонтеры, это вот, ой, ну да, волонтеры позволили выжить вот тот период, когда вообще была жопа, когда армии не было. Mm-hmm. Ну это партизанщина уже такая, mm-hmm. в общем-то, была. Да, только я считаю, что это был подарок для страны, потому что если в тот момент был Вова, например, я с трудом представляю, что бы сейчас осталось от страны, и на какой середине мы бы там начали дружить с Россией. Муж доброволец? Да. А в Донецке же не призывали по мобилизации. Считали, что... А, он ушел еще из Донецка. Да, да. Ничего я же там сидела сама. Почему я оттуда и должна была уехать? Потому что, понимаете... Что он уже уехал. Он уже уехал, и начали ходить и искать муж в Добробате, когда в Донецке уже русские, когда там уже... В каком батальоне был? Артемовск. Артемовск. Да. И тоже было опасно. Мне в два голоса... Он с войны, родители из Мариуполя, мне вынесли мозги, вот тут насквозь, Таня, уезжай. И было страшно, потому что я же понимала, что если я попаду на подвал, я там останусь навсегда. Поэтому и уехали. Уезжать не хотелось, страшно. Я вообще привязываюсь к людям, я привязываюсь к местам. Вы корневой человек? Да, мне сейчас вот в Киеве предстоит квартиру менять. Одну чужую квартиру на другую чужую квартиру. Но я к этой чужой квартире уже так привыкла. Она уже такая моя родная. Я 3 года там уже живу. И мне трудно. А уезжать из дома, который мы сами построили руками, отказывая себе там во многом и во всем, это капец как тяжело. Это жопа вообще какая-то. Потому что это нереально. Котов любимых своих оставить, вещи... Вот. Ну, в общем, не знаю, трудно. По поводу жопы. Facebook имеет определенные там правила, да, алгоритмы и так далее. Вас часто... Ну да, я же чаще в бане сижу, чем на воле. У вас 2 аккаунта, 3? 2 аккаунта, один... Ну, на одном я практически не пишу, чтобы еще его не потерять. А на том, котором я пишу, да, я в баньке сижу регулярно. Постоянно. За что? Я разжигаю ненависть. Вот эти вот мои... В основном я сижу за... Ну, последний раз меня посадили за Горького Лука, статейку я перепостила, и меня посадили. Это и надо Луку спасибо сказать. А до этого за дописы про Донецк, да. Я разжигаю ненависть, оказывается, когда называю вещи своими именами и говорю, что привезли кадровых российских орков, и рассказываю, как оно все было, и чего хотели мы, чего хотели они. Я разжигаю ненависть с точки зрения фейсбучных руководителей. Как часто вас отправляют в бан, и как надолго? На месяц. Я меньше не летаю, я только на месяц, на максимум. То есть по-серьезному, да? По-серьезному. То есть это не за сиськи, а за, да, за разжигание? Нет, не за сиськи совершенно. И за последние полгода я, наверное, уже 3 по 3. В общем, у меня вот поровну. Я сколько пишу, столько и сижу. Ну вы же особо не выбираете там выражений, да? Или вот то, что вы пишете, это все-таки проходит самоцензуру какую-то? То есть могло бы быть еще ярче? Нет, хотя наверное, мне иногда нет. Кажется, куда уж ярче. Нет, я пишу как есть. Я же не писатель, я не могу. Мне там когда-то не пиши как Монова. Я говорю, я даже если захочу, я не смогу писать как Монова. Я не умею писать как Монова. Я не умею писать как кто-то. Я не профессиональный писатель. Я могу писать как я. Вот как оно мне пишется, так я и пишу. Самоцензура нет. Как вот в голове выстрелит, то я и пишу. Ну, в основном, это не из-за матов меня банят. Маты Facebook воспринимает, если они не персонифицированы. Ну, в общем, если я напишу там «Маша
вот меня может Маша нажаловаться, и меня, а если я просто напишу без Маша вот это слово, угу, то все нормально. Меня банят именно за, они считают, что я разжигаю межнациональную ненависть с русскими. Когда я пишу, что к нам пришли русские и выгнали нас из дома, они оккупировали нашу жизнь, они вот, и рассказывая, что они там делали, чеченцы, русские, мне пишут, что я разжигаю национальную рознь. Не они, а я. То есть именно эта тема вызывает такое, да, отношение? Это люди... не критика в адрес там олигархов, не критика в адрес... Нет, за это вообще ни разу не банили. Только донецкая тематика. Нового президента. То есть тут вообще тут все спокойно, вообще потому все что спокойно. Вы же так не скрываете за своего. За это ни разу меня не банили. Меня банят конкретно за донецкие допысы. Я их уже... реанимировать пытаюсь, их же еще удаляют. Я пытаюсь их реанимировать на Фейсбуке регулярно, что люди просят, и регулярно я улетаю в бан, потому что кто-то читает, ага, опять, и жалоба. А Фейсбуку разбираться не зачем, ему проще забанить. Вот я сижу в бане. Это все Донецк. То, что происходит сейчас, это демократия, вот мы выбрали, да? О, да, в чистом виде. И теперь мы говорим, мы можем говорить то, что мы думаем. Вы невысокого мнения, насколько я понимаю, абсолютно о новом президенте, и вы этого не скрываете. Вы... Не скрываю. А смысл? Это демократия. Кто-то может его любить, кто-то может его не любить, кто-то может ему говорить, что он из себя представляет. Вы вспомните 5 лет президентства Порошенко, сколько про него говорили. И продолжают. И говорить. Правды, и неправды, и в выражениях не... Это вот, да, это у нас, на самом деле это хорошо, это свобода слова. Ну, она такая уже немножечко без берегов, но тем не менее. А берега нужны в этом деле? Берега нужны, я считаю, что берега нужны судебные, чтобы человек мог подать в суд за оскорбление, за клевету и получить компенсацию. Это лучшие берега, как мне кажется. Если они раз заплатят за клевету, два, три, а потом подумают, что, блин, ну надо уже как-то фильтровать базары и немножечко основываться все-таки в своих предъявах на какие-то факты, на фактаж, а не на вот, когда Сатурн вовне и в голову мне стукнуло. Я считаю, что не должно быть державного какого-то контроля, но судебный. Я даже не знаю, как это сформулировать. Вам не приходилось судиться пока? Нет, я не приходилось, но мне хотелось бы иметь и возможность, и четкий алгоритм, как я это должна сделать, если то есть вдруг... попробовать. Вот вы говорите, против, чернуха, да? На меня. Окей, я захожу на этот сайт, я вижу, на меня там написана какая-то клевета. Я хочу иметь возможность вот этих вот чудиков, которые написали на меня откровенное вранье. Я хочу их как-то притянуть к ответственности. Пускай там на деньги, пускай просто их закроют, пускай им там хотя бы скажут, ну нельзя так делать. Но чтобы люди как-то начинали, журналисты начинали ощущать ответственность за то, мы что они пишут. Что интернет не краснеет пока еще, да? То есть никаких... Нет, ну подождите, но в Фейсбуке меня банят, почему не могут забанить вот этих... Ну, потому что в Фейсбуке есть алгоритм, вот, так да? Они, по идее, должны работать везде. И должны быть, ну и да, это идеализм, конечно, все должно быть хорошо, мир должен быть. Ну, нам же обещают диджитал государство, поэтому, может быть, и это тоже будет работать, может то есть диджитал суды, там, я, например, суды в Фейсбуке, суды онлайн, там прям в Фейсбуке, да, ну почему а, референдум нет? По любому вопросу, да? Ну, онлайн-опрос. Опрос, точно. Ну, тоже можно же, но это же все работает отлично. Же. Ой, у нас тут немножко перешли границу у реки, чуваки, что делаем? И опросик, да? Да, нет, не знаю. Ну, шикарно, да. Да. А еще даже не да, нет, не знаю, а просто, чтобы каждый высказал свое мнение. Ну, петиции у нас уже по любому поводу пишут. Некоторые отлично. Работают, некоторые отлично. Не очень, некоторые экспертное не замечают. Мнение, это же очень важно, вы же понимаете. Без этого никак. Кого вы читаете из блогеров, если читаете? Вообще есть время я читать? Я многих читаю. Читать? В ленте попадаются. Глеб Бабич в последнее время мне очень нравится. Это военный человек, он там на передке до сих пор. Мне кажется, что он просто мега талантливый. Ту же Монову с удовольствием читаю, Горького Лука читаю. Витю Котик, как его, Котика? Трегубова. Петр Мазепа, у него же сайт хороший, там очень много интересных авторов печатается. И вы там тоже печатаетесь, я знаю. Ну, давненько я уже, для Петра и Мазепы надо садиться и писать вот хорошо. Специально, да? Да. А литература. Вот это вот мое ла-ла-лей, то... Нет, не годится, не уровень. Только для Шрайка. Только для Шрайка. Шрайк, на самом деле, молодец, он предоставил платформу, на которой каждый может
выложить свое творчество. А потом оно просто либо понравится, либо не понравится. Это, по-моему, это оптимальный вариант. Там может написать любой школьник, любой пенсионер на любую тематику. Там нет никакой цензуры. Ну, может, она и есть, но я, по крайней мере, ее не замечала. Пожалуйста, твори, если ты делаешь что-то кайфное. В Днепре на форуме всех знаете, со всеми знакомы? Или с кем-то развиртуализировались? У меня проблема, я очень плохо запоминаю лица. Если у человека третий глаз будет посреди лба, я запомню. А если надо ходить с аватаркой? Да. Кого-то знаю, кого-то нет, кого-то впервые вот увидела, с Добровольской мы познакомились вот только сейчас. Я даже, по-моему, в интернетике с ней не пересекалась. Ну, по крайней мере, я не помню. Ну, многих знаю, да. А у вас там на картинке синичка с крыской? С крыской. Это не моя картинка, это я у кого-то стырила. Чем понравилось? Ну, как это? Ну, это очень вот символично. Вот эта синичка-то, это мелкая вы? Нет? Нет, я это воспринимала как Украина. Ага, она такая жовто-сыня, такая горнюня. А эта крыса, ну, это вот то, что надо задавить как можно быстрее. Очень быстро, потому что уже терпеть нет никаких сил. Вот такие штуки, встречи пишущих людей, да? Они вообще что-то дают вам? Что дают слушателям? Я первый раз на такой встрече, я не знаю, что она мне даст, а чего она мне не даст. Ну, вчера вот было прекрасное общение, я ходила пообщались с Процишиным, этот очень веселый человек в интернете оказался очень таким грустным и вдумчивым в жизни, ну, как мне так показалось. То есть вы живьем с ним впервые, ну, да? У него очень веселые картиночки в интернете получаются, а в жизни он такой вот немножко, как мне показалось, печальный. А что это мне? Ну, это уже будет известно после встречи блогеров, ну, после всех этих панелек. Что-нибудь напишите, наверное. Ну, конечно, всё-таки напишу. Конечно. Ну, если меня что-то вот торкнет, напишу. Вы же понимаете, я же не пишу, я же не аналитик, я пишу эмоции. А эмоция, это она либо есть, либо ее нет. Я могу написать, как меня впечатлила там какая-то ворона на улице, это я напишу. А какую-то аналитическую штуку, если она меня не впечатлила, я писать не буду. Я не умею просто, я биолог, я не писатель. Многие меряют жизнь вот весами зрад и перемог, да? Вот у вас что дает надежду, если дает, да, на просветление какое-то, да? И про страну или про Про страну. А что, наоборот, вот уравновешивает эту надежду в другую сторону? Есть и... Вот мы сейчас в каком состоянии? Мы сейчас в каком-то нулевом, да? Вот. Или мы все-таки по шкале куда-то движемся? Мы отлично двигались все это время. А сейчас мы стали на месте, и мне кажется, что... То сейчас мы на нуле. Даже, по-моему, немножко уже ушли обратно. В минусе. Да. Но двигались мы хорошо, двигались мы правильно. А сейчас, понимаете, я 5 лет с людьми во всех регионах, я спорила. Они мне доказывали, что у нас донецких какой-то там... Вот в Харькове такого не случилось, в Днепре такого не случилось, а в Киеве такого случиться вообще не могло, понимаете? И я все время пыталась людям доказать, что нет, мы просто оказались ближе географически, и потому попали мы. И у нас регион такой заманчивый, там все-таки металлургия, там все-таки топаз и так далее. А мне они с пеной у рта доказывали, что они какие-то принципиально иные. А вот выборы отлично все показали. И даже та хорошая ситуация была, женщина, с которой мы рассорились вообще в Фейсбуке. Я дико обиделась, когда она написала, что киевляне от этого застрахованы, а вот вы, донецкие, сами виноваты. Я с ней даже расфрендилась. Она буквально на днях подошла ко мне и говорит: Таня, извини, я была не права. Выборы показали, что все везде одинаковые, все попадаются на пропаганду, всех можно хакнуть. Нет никаких ни иммунных, ни застрахованных, ну их просто в природе не существует. Да, вы как-то написали, что страну хакнули. Хакнули, фактически. Никто, так вы понимаете, люди сидели и верили, что они застрахованы как-то, потому что они киевляне, они вот интеллигентные, они умные, там, образованные, это же не то, что мы люди там... верили, что их больше, чем 25%. Да, абсолютно точно, мы же склонны вариться в своих маленьких вот котелках, понимаете,
мы общаемся с нашим кругом общения, и вы этот круг общения фильтруете. Вы ж не подбираете там себе, что попало в свой круг подобное общения. Подобное притягивает подобное. Вот. И мы вот, как точно мы в Донецке жили, мы были уверены, что все голосуют не за Януковича, мы были уверены, что все за Украину. А потом, когда началось вот это все, мы поняли, что, блин, мы просто закапсулировались в своем мире, нам в нем было комфортно, хорошо, а мир, он немножко больше, и он совсем другой. Вам есть куда ехать в случае чего? В смысле? Из весь страны? Мир передо мной. Из страны? Ну, у меня есть загранпаспорт, а почему нет? Куда-то конкретно нет, меня никто не ждет, меня никто не звал, но если будет... Видите, мы уже к этому относимся гораздо легче. Мы уже это проходили. Надо будет уехать, мы уедем. Мы уже не привязаны ни к чему. Мы уже особо. Умеем. Мы уже умеем, да. Мы уже умеем уезжать. Что должно случиться для вас, для вашей опасность. Семьи? Должна быть какая-то опасность, ощущаемая реальная загроза життю. Либо полное отсутствие возможности себя прокормить. Но все традиционно, мы же все-таки животные, мы должны кушать, мы должны быть в безопасности. Не будет работы, мы уедем. Начнется какая-нибудь, как это любят делать, оппозицию рассаживать по кутузкам, тоже, наверное, надо будет что-то с этим думать. Загроза життю. Это единственное, что меня может сподвигнуть куда-то ломануться насовсем. Но не хочется. Ну, конечно, не хочется. Я же говорю, я привыкаю. Я уже к Киеву привыкла. Мне уже Киев не то чтобы родной, но, по крайней мере, понятный и удобный. Двоюродный. Да, это троюродный. Троюродный пока еще. Да. Я, кстати, из Днепра тоже уезжала. Мне Днепр был... Я просто... По Западной Украине, когда вот мы там тусили, Западная Украина мне, она все-таки чужая. А потом я переехала в Днепр, блин, ну как домой вернулась, как в Донецк. Ну так то же самое вообще, вот все. И люди такие же, и эти маршрутки раздолбанные, все. Понятное. Все понятное, все квадратно-гнездовое, такое все вот отлично. Написать из того, что вы пишете на Фейсбуке, книгу, нет желания? Ой, я уже даже пообещала. Меня поддержали за горло, я пообещала, да, из своих вот этих записок чуть-чуть их расширить, из того, что мне люди, у меня же там была девочка такая хорошая, которая пожелала остаться инкогнито, она скрупулезно все это из комментов повытаскивала, собрала файлы. Эти файлы лежат и ждут своего часа быть опубликованными тоже. Потому что там такие истории, что даже моя нервно курит в стороне, потому что там, ну, людей реально трагедии, трагедии. И это все ждет, вот, я ленивая, понимаете. Это мне надо как-то, я уже, ну, теперь у меня есть стимул, я пообещала, значит, должна сделать. Надо будет... с рукой? Шел-упал, очнулся гипс. В Днепре. В Днепре. Теперь же, знаете, вот журналисты же напишут. Днепровский пост ломает людей. Это не пост ломает людей, это безответственные уборщики или кто там эти коврики скручивает в трубочку и бросает, где попало. Это не блог пост меня покоцал, это вот в художественном музее коврик. А, то есть это у вас живописная ломка руки? Очень живописная. Особенно мне понравилось, что я там лежу так плашмя, а охранник надо мной стоит. Вам водички дать? Да, водички. Лучше виски. Это самое то, что мне сейчас, я говорю, скорую вызывай, пожалуйста. Или без пожалуйста, я уже не помню. Что держит? Что держит в тонусе сегодня? Что помогает? В смысле, а что мне держаться в тонусе? Я не понимаю людей, которым надо помогать, чтобы держаться в тонусе. Ну, многие же так ноют, и так им плохо. А, нет, ну пусть ноют. Вот, каждый выбирает. Так вот, знаете, позвоночник уже вяленький. Я уже когда-то вот уже прочитала отличную фразу. Каждый волен спустить свою жизнь в сортир любым удобным ему способом. Если ему нравится ныть, если ему хочется вот печальным осликом и ходить по жизни, и ждать чего-то, я не знаю, чего они ждут, пусть ноют, я ж в няньки не нанималась, я такая по жизни, мне не надо никакой помощи, чтобы... У меня бывают, конечно, плохие периоды, ну, не без этого, бывают стрессы, бывают, ну, вот, например, я не знаю, что такое депрессия, может, и она бывает, я просто не идентифицирую это как таковую, ну, блин, надо же как-то выживать, а чтобы выживать, надо быть в тонусе, чтобы выживать, надо куда-то бежать, что-то работать, что-то делать, ну, меж еду и деньги никто домой не принесет в клювике. Ну а Танечка, страдай дальше. Такого ж не бывает. Я не считаю, что для тонуса надо
Может быть, я еще недостаточно пожилая девочка, может быть, если, может, у меня закончится этот когда-нибудь азарт и драйв. Ну, пока все нормально. Скучно жить ноя, ну, блин, ну, скучно. Ну, ты сидишь и ноешь, все херово, вот, отлично. Надо с этим, ты либо что-то можешь с этим сделать, либо что ты ноешь. Ну, сиди, страдай. Часто людям задаю вопрос, мы победим, и чаще всего я слышу ответ, а мы уже победили. Да черт с два, как же мы победили. И вот сегодня, да, у меня совершенно другое ощущение, потому что вроде бы как... А кого мы победили, я не понимаю. У меня враг один, у меня враг вот там вот живет на северо-востоке. Это один враг, нет, тут хватает тоже, но вот тот враг, он важнее. Мы говорим, да, большой. А его мы не победили даже приблизительно. Мы его просто сдерживаем, и не более того. Кто считает, что мы его победили, тут либо дурачок, либо просто самоутешением занимается. Я не знаю, где мы его победили. А сейчас, если начнется еще вот это снимание санкций и возвращение в мировую политику, то это вообще будет весело. Я не считаю, что мы победили. Мы хорошо и планомерно к этой победе шли, а теперь посмотрим. Ну, может быть, у Вовы хватит ума продолжать движение в нужном направлении. Я очень на это надеюсь. А больше не на что надеяться. Но ездить, ну, до победы нам их до неба раком, вот ей-богу. Я не знаю, кто какую победу где видит. Наши локальные победы, ну да, мы живы, мы здоровы, мы не голые, не босые, живем не под мостом. Отлично, это уже победа. А с точки зрения страны, до победы еще очень далеко. Мы пока еще только ползать научились, не то, что ходить или бегать. Да даже ползем еще с трудом. Я не знаю, откуда у людей такой какой-то оптимизм, или это просто придурковатость врожденная. Где они победу видят? В чем? Они как-то объясняли? Ну, да, о том, что мы вот не распались как страна, о что том, что мы приняли вот хорошие законы, там о языке, там и так далее. Ну, без виз, понятное дело, будете абсолютно называть, что мы, согласна с мы этим. Движемся, вот хорошо. Но вот после... последних событий у меня тоже нет ощущения, что мы победили. Поэтому я пытаюсь себе нащупать, мы вот на нуле или мы уже в минусе. Для меня пока на нуле, для вас уже немножечко пошел минус. Понимаете, все в жизни делится на две категории. Проблемы, в смысле. С одними ты можешь что-то сделать, а с другими ты ничего не можешь сделать. Да. Поэтому вот возьми эту проблему и рассмотри, можешь ты с ней что-то сделать или нет. Я пишу. Это все, что я могу, может быть, все. Если меня торкнет, что я могу что-то еще, я сделаю, чтобы унять этого прыткого юношу, в его порывах раздолбать все, что было добыто за 5 лет. Я стараюсь. Если кто-то считает, что мы уже победили, ничего не надо делать, ну окей, я так понимаю, что отрезвеет он довольно быстро и довольно больно. А каждый, короче, должен грызть свой участок фронта. И все будет хорошо, и никаких разрухов. Давайте все это одновременно делать, тогда сгрызем. Вообще отлично будет, наверное. Я уже ничего не знаю, понимаете, когда я увидела, какое количество людей до сих пор не может для себя сформулировать, что у нас война, что у нас оккупация, что мы потеряли территории, и это еще не конец, что на самом деле до Днепра тут по трассе сколько, 200 километров? Это что так вот, пау, и они здесь завтра. Придите в себя, ребята, мне все время, когда люди там пишут про тарифы, про вот это все, я на них смотрю, думаю, знаете, как вот не нюхал ты пороху, сынок, потому что когда летают грады, минометы и вся, и ездят чеченцы со стволами по городу, тебе уже не до тарифов, ты просто хочешь, чтобы оно не летало, не стреляло и не ездило. А вот эти люди, которые это все видели по телевизору, им пока еще не страшно. Вот все это время я пыталась их напугать. Я пыталась сделать им страшно, чтобы они подумали, что есть вещи важные, ну реально важные, смертельно важные, жизненно важные. А есть вещи, которыми можно подождать, решить. Там, те же тарифы, можно получить субсидию, можно нам попытаться больше заработать. Ну, это решаемая проблема. А когда к тебе прилетает пакет града, эта проблема нерешаемая. И он прилетает не по принципу, ты там за пороха голосовал или за Зеленского, он просто прилетает. И все. И я это пыталась донести людям. Но люди у нас, как всегда, решили, что тарифы это важнее, это очень страшно все. А вот русские посидят у нас там в Донецке, подумают, да хорошо тут, зачем нам
нам и тут клево. Мне говорили, что вы злая, вы не злая, вы просто честная. Спасибо. Я злая. Класс. Спасибо. Пожалуйста. Желаю нам всем поменьше неразрешимых проблем. Пусть все-таки будет что-то еще, на что мы можем влиять. Есть очень много. Вы понимаете, мы же в 14-м показали, на что мы можем влиять. Вытянули вот этих вот партизан, вытянули люди деньгами, шкарпетками, там, консервациями. Мы защитили. Вы же понимаете, что была речь о Новороссии. Что такое была Новороссия? Это была Одесская, Харьковская, Днепропетровская область. Это было сильно больше, чем получилось по факту. И это сделали люди. Тогда именно. Мы много на что можем влиять. Главное хотеть, мочь и меньше ныть. Точка. Да. Це була Таня Адамс, Тетяна Худякова, блогер. Донецька, Дніпропетровська, Київська, Українська. Дякую вам дуже. Навзаєм. Приходьте ще. Я подумаю.